сорт томата стрелка. Вот такие вот необычные сливки удлиненные, похожие на стрелочку. Вот размер по сравнению с моей ладонью. Это невысокорослый куст у этого растения, около 70 сантиметров. По срокам созревания это средний сорт, 110-120 дней проходит. Посынкование этого сорта не обязательно, либо слегка умеренное. Сорт этот очень урожайный, масса одного плода 70 грамм. Подходит для любых домашних переработок, консервации, приготовления соусов и так далее. Разрежем. Вот так плод выглядит в разрезе. Вот такая вот мясистая сливка. Очень урожайный сорт. Подходит, как я уже сказала, для всех домашних переработок, консервации, соусов. И очень урожайный, болезнестойкий сорт.